Итак, ребята, я вас приветствую на моем канале. Мы также продолжаем наше неспешное, но успешное прохождение Call of Duty Modern Warfare 4. Итак, выбор задания. Болото. Средний. Итак, нам надо вытащить танк с позывным кабаном. Сегодня после ожесточенного боя силы морской пехоты США ворвались в город, где Аль-Асад занял оборонительную позицию. В столице ведутся ожесточенные бои. Да мы здесь его не возьмем, этого Аль-Асада, господи. Колонна тяжелой техники начала отрубку. Повторяю координаты. 527619. Прием. Вас понял, прием. Б-6. В болоте застрял Абрамс. Позывной Кабан. Лейтенант Васкис, берите дробовик. Прием. Вас понял. Группа Ви в пути. Пусть Кабан ждет. Мы уже приближаемся. Конец связи. Ну, кабана-то вытащим, блин, это... Ну, а Аль-Асада мы тут не возьмем, ребята, я вам говорю серьезно. Танк из группы «Альфа» застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли! Живее, живее! Все чисто! Поднимай! Сзади! 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 Огонь на подавление восстания! Мы должны подвигаться вперед! Получай, блядь, ублюдка отродья, блядь, шакалы, блядь. Танк из группы «Альфа» застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли! Живее, живее! Все чисто! Поднимайся! Засада! На, получай, получай, блядь, пидорская отродья, блядь, шакалы, блядь. Еще что-то на нашу Россию наговариваете, блядь. Как по музыка херовая, блядь. Блин, мы лучшие, блядь. Ладно, чтоб он все наказал. Короче, я вламливаюсь. Вы как хотите, блядь, а я вламливаюсь. Вас понял. Переносим огонь. Ну это как всегда мне придется делать, ребят.
Требуется подкрепление. Вас понял, выполняем! Да все сделаем, все нормально будет, только Алясада мы тут не возьмем, блин. О, ноутбук. Чисто! Все чисто! Да куда ж ты идешь? Давай, вниз, вниз. Там, блин, наши ребята гибнут. Заткнись и продолжай стрелять! Вас понял! Огонь на подавление! Блять, зараза. Вот, блядь. Сейчас, блядь, блядь. Блядь, граната ебучая, блин. Джексон, бери джавелин и разберись с танками. Сейчас, погоди, стой. Разберусь с этими танками. И ты получишь. Отличный выстрел, слушай! Мы попали под обстрел к северу от перехода! Где вы, черт вас возьми? Мы почти на месте! А где еще патроны для этого, для калаша? Ладно. Фу, блин, с танками справились. Только сейчас тут жопа полная начнется. Да, с другой стороны перехода. Давай, возвращаемся к нашим. Благо патроны есть пока. Пулемет.
это опасно было. В6, внимание! К западу от вашей позиции обнаружен противник. ОС В6! Запрашиваю поддержку с воздуха! Прием! Ответ отрицательный, В6. К югу от вашей позиции вражеская ЗПУ. Пока вы ее не уничтожите, мы не сможем выслать к вам вертолеты. Джексон! Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку с воздуха! ЛОПЕС, Гейнс! Прикройте его! Да это я сейчас сделаю. Выдвигаемся! Очистить западный подступ! Вперед! Я сам все сделаю, хули вы там кому-то, Джексон, Хуексон, блядь. Ёбаный в рот гранаты, блин. Короче, ну в жопу в вас. Твою-то дивизию, блин, тоже становится здоровье. Давай, выбегай, сука. Давай, шакал, выбегай, ну. Хули сышь, блядь. Наш шакал, получай, блядь. Отлично! Уходим на безопасное расстояние! Давай! Джексон, поддержка с воздуха уже в пути. Им нужны наши точные координаты. Установи инфракрасный маяк. Сейчас, погодите, восстановлю. Только как бы это сделать так беспалевно? Ой, прям в задницу попали. Ждите сигнала. Давайте, давайте, помогайте нам, ребята. Ваша помощь нам нужна очень. Второй, видишь кого-нибудь? Нет, мы всех уничтожили. Вас правильно, молодцы. Шакалов уничтожили. Шакалов. Удачи, парни. Прием. В зоне посадки числа. Высылайте техников. Пора вытаскивать этот танк. Вас понял. Они уже в пути. Операция выполнена отлично. Конец связи. Отряд! Занять позицию у танка! Вперед! Ну зачем так кричать-то, ёб? Внимание! У нас слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Здесь, здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Всем ясно?
5700, конец связи. Фу. Ой, хорошо-то как. Ой-ой-ой. Пипец. Не-не-не-не-не-не, зараза. Терпим крушение, повторяю. Терпим крушение. 2 миль к югу от пункта 5. Высота. 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 Ты все еще жив. Вставай. Вставайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. Значит, так, ребята, это была еще очередная серия. Надеюсь, вам понравилось. Это с вами был я, Жуков Стосин. Спасибо всем, пока. Выходим.